Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. Мария Сафронова в группу поддержки «Виктория» попала случайно. Подруга пригласила. Команда готовилась к очередным соревнованиям по чирлидингу, и в составе не хватало одной спортсменки. Мария на тот момент успешно занималась танцами и поэтому быстро влилась в коллектив. Сегодня Марии цель одна – выиграть областной чемпионат. Программа каждый раз новая. Она не может повторяться, так как спортсмен должен расти, и, соответственно, у него должны быть какие-то новые, более сложные элементы в новой программе. Чирлидинг – спорт молодой в самарском регионе. О нем впервые узнали 5 лет назад. Тогда была одна команда в Самаре и одна в Тольятти. Сегодня на чемпионаты первенства области приехали более 50 спортивных коллективов. Возраст участников от 8 лет и старше. Дисциплин 2 – акробатика и танцы. Мы всегда надеемся только на победу. Хотим представлять честь нашей области на чемпионате России участвовать, в чемпионате мира по футболу, естественно, быть официальной группой поддержки. До чемпионата мира по футболу 2018 чирлидерам скучать не придется. Тренировки, выступления в перерывах во время футбольных, баскетбольных и хоккейных матчей. А еще 4 раза в год выбирают лучшую команду поддержки. Один из турниров как раз чемпионат и первенство Самарской области. И когда мы начинали, мы приглашали большое количество участников из других регионов. Но сейчас для нас в приоритете это наш регион, то есть уже здесь чирлидинг достаточно развит для того, чтобы мы могли проводить соревнования чисто с нашими командами. Поэтому мы расширяем географию до сел Самарской области. И такая популярность американского вида спорта среди самарской молодежи неудивительна. Чирлидинг объединяет в себе несколько дисциплин. Гимнастику, акробатику, танцы и элементы шоу. У каждого вида спорта есть своя стезя, и чирлидинг может развиваться совершенно самостоятельно. А то, что взаимозаменяемость, два красивых вида спорта, два очень эстетических, да, наверное, конкуренция есть. Титул чемпиона Самарской области по чирлидингу в дисциплине Cheer Dance Freestyle выиграла тольяттинская команда Soul Team. Самарская «Виктория», где выступает Мария Сафронова, и еще один столичный коллектив «Грация» заняли, соответственно, 2-е и 3-е места. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой!